сегодня игры, понимаешь? Я не могу проснуться, я сегодня такой сонный, это просто пипец. Чат, нам нужно что-то с этим делать. Разбуди стримера, чат. Плес, пожалуйста, я прошу тебя. Тебе же это ничего не стоит, пожалуйста, сделай это. Ничего я не хочу сказать. Сегодня мы будем в игры играть. В игры играть, да. У тебя шнурочек на наушнике перекрутился. Да как он смеет? Во что сегодня будем играть? Не знаю, стример в штопоре. Он сейчас на самом деле может поиграть в Готику, в Resident Evil, Song of Horror. Но у него есть один новый хоррор, который на самом деле многим здесь понравится. Наверное, будем играть в него сначала, там посмотрим. I think you mean Song of Horror, yes? Привет, I don't understand. У меня на выходных было ДРИ, хоть мне и неловко. Но мне было бы приятно, если бы ты мне что-нибудь хорошее пожелал. Люблю тебя и чач. Ну, чат, ты уже начал сердечки ставить. Ты посмотри, принцесс Пич. А почему тебя не было здесь в воскресенье, скажем, рассказать об этом? А, ну да, тебя все же никто не услышал, тоже ICQ было выключено. Так вот, принцесс Пич, ты у нас уже давно здесь сидишь, поэтому, в принципе, знаешь, чего мы тебе желаем. Счастья, здоровья, хорошего настроения, силы земли, и чтобы персиковый вкус был мягким и бархатистым, ну ты понимаешь, они как некоторые не любят. Вот, чтобы здоровечко было у тебя, у твоих близких, чтобы на работе все было, чтобы все было хорошо, короче говоря. С Нюшечкой, теперь ты еще на один день ближе к старости. Поздравляю. У тебя микрофон летает, сделай с ним что-нибудь. Это киберпанк, микрофон, успокойся, окей? Такие дела. 8 трейлеров за сутки? Мы вчера все посмотрели, господи. Ох, боже, эти трейлеры, я их уже вижу, и мне уже плохо. Ну ладно. Так, что там нового из трейлеров было? Давайте посмотрим. О, трейлер по фильму, который вы все ждете, да? Обалдеть, серьезно? Выходи за меня. Так. Так, продолжайте. Откуда эти щелчки? А, это там? Саш. Она подумала, что у нее кончилась подписка на канал Black Ufa. Ужас. Да, так, по работе. Что ты там за парень? Да, да, смотрю. Смотрю уже. Ну ничего. Ай. От продюсеров невесты, пиковая дама, черный обряд, пиковая дама, что-то еще вы все равно не смотрели. Так, дамы и господа, пришла пора поиграть в игры. Игра сегодня будет на английском, я буду переводить, я справлюсь. Еха! Добро пожаловать в отель «Морской вид». Зарегистрироваться. Во смерти ночи. А, ну да. Комната 101. Все уже заплачено, ни о чем не волнуйтесь. У вас очень хорошие друзья. Очень хорошие. Не то чтобы я вас много видел. Так приятно видеть много свежих, молодых лиц. Для смены обстановки. Что-то какой-то стрёмный чат. Лучшее шоу в городе, и никто не смотрит его. Кому нужно нормальное развлечение, когда у вас есть YouTube, MyFace и прочие глупые, бескультурные. Хьюго не любит детей. Они озабоченные. Только не начинай по новой. Я не хочу это слышать, хорошо? Не сегодня ночью. Озабоченные дети, они плохие. Их нужно всех проучить. Да какие озорные, озабоченные, отстань. Ты знаешь, что тебе нужно делать, Джимми. Покажи им, кто же тут босс. Это правильное дело. Какой-то Стивен Кинг пошел. Ш
что делится в этой игре. Мне пока нравится. Озабоченные дети. Чат, переводи сам, если не нравится. Иди. Все. Устройство, которое вы нашли, переключитесь на него вот таким вот образом. Стой, обрати внимание на кнопку внизу. Так, начинает бэкситить. Хорошо. Окей. Так, что мы делаем сейчас? Это я что делаю? Это я нажал W? Угу. Это устройство, которое нашли. Выберите это, чтобы... Ну, как это выбрать? Так, наверное, все-таки туториал надо было пройти. Если вы не видели, идите в меню и посмотрите туториал, прежде чем продолжите. Зачем мне смотреть туториал? У меня чат есть. Ох. Короче, суть в том, среди прочего, что по дому перемещается маньяк. И вам нужно... Его часто можно увидеть по тени. То есть он, допустим, подбегает к двери. В этот момент вам нужно сделать быстрый... Там куда-нибудь вот так вот. Ну, типа... Вот. Иначе будет очень шугово. Вот, да. Поэтому... Поэтому пошли туториал посмотрим. Так. Джимми прячется где может. Так, понял. Вот-вот, видишь? За углами. В тенях. Блин, вот он стоит. Ждет, чтобы напасть на тебя. Или подкрасться к тебе сзади. Он не может спрятаться на лестницах. Или на первом этаже. Или в подвале. Если Джимми войдет, прячься в шкафу. Ху-ху-ху-ху. Или в душевой, в ванной. Используйте, ну, этот, как его, глазок, чтобы увидеть его. Снаружи ли Джимми? Джимми! Эй, Джимми! Блин, что-то стрёмно на самом деле так. Джимми! Господи, ты там перебеги делаешь, которые я просто манал. Посмотреть через дырку. Окей. Опа, здравствуйте. Ага. Опа. Мы нашли шляпу повара. Обалдеть, какой кошмар. Не показалось? Что-то я теперь постоянно его жду. Что это? Пойдем посмотрим. Блять, куда я иду? Я, по-моему, запер его, нет? А прикинь? Подожди, я не могу открыть? Ладно. Джимми, ача-ача. Джимми, ача-ача. Это не он стоит здесь с углом? Чё-то кто знает, как отсюда выбраться теперь? Я просто заблудился. Джимми! По-моему, тут не были, нет? О, мы пришли к холлу, кстати. Что это такое? Небрабельное. Брабельное новое слово. Ладно. Пошли на свой этаж.
Бля, что-то атмосфера неплохая. Блядь. Нормально сколыхнуло. Хорошо. Ага. Господи, твою мать. Придурок, блядь, зайди в комнату. Ладно. Закрой дверь. Я не могу закрыть дверь. У меня нет ключа. Если ты находишь ключ от комнаты, то ты можешь с помощью этого ключа закрыть эту дверь изнутри. Джордж, спасибо за 35. Хватит, говорит, прятаться, Майя. Сто два. Сто три. Так, я правильно иду. Сто пять. Сюда. Это что, кровь на полу? Нет, это просто пятна какие-то. Так, вам нужно найти компас. Да игра, хватит души. Шкафы есть уже неплохо. А прикинь, он тут стоит сейчас. Блять, он так ходит здесь. Сказали, что он вещи может тырить, если вдруг что-то произойдет. Я правда не знаю, это гейм-овер будет или что вообще там будет. Ой. Ладно, посидим еще в комнате. Я слегка нервничаю. Ахахахаха. Джимми! Я не могу его позвать, обидно. Сейчас, слушай, а нам сейчас по коридору налево или прямо? Кто-нибудь помнит? Слушай, он стоит, он далеко не... А ну. Блядь, я не могу выйти. Хера напряжённая игра. Сказал прямо. Бля, как ты мне дорог. Прямо, да? Ага, прямо, да? Прямо, да, чат? Я понял. Ага. Посидим немного, ладно? Спасибо, чат. Спасибо. Весь чат писал прямо. Да куда ты ли... Я направо хотел повернуться. Ну, а вообще в другую сторону, походу. Я заблудился. А, блядь!
Че-че, распугался, да? Капец ты. Сыкло. Ладно, так, смотрим, что у нас. Вроде все на месте. Я, конечно, подожди, у нас есть... Это все мы взяли с собой? У нас есть вот это, нам нужно отнести это... А, мы это взяли, я думаю, мы это не брали. Кой! Блядь, ты дура! Ну все, хана, да. Получается... А в какой мы комнате? Ой, я налажала. Музыка нагнетает. Интересно, где мы? Подожди, у нас радио нет? Да ладно. Как это нет радио? Свет, мой зеркальце, скажи. У меня так все плохо было, теперь мне радио искать? Моя! Мы опять в тупик идем, да? Ну да, в тот самый причем. Компас есть. Компас показывает на направление ближайшего призрака. Понимаешь, у меня нету радио, во-первых. Во-вторых, нам сейчас не это нужно делать. Я пока не понял, как компас работает вообще, честно говоря. Что-то у меня этот... прям так... Посмотрите на первом этаже. Ага. Рядом с лестницами. Устройство находится там. Я просто из этих коридоров выйти не могу. У меня топографический кретинизм, понимаете? Я тебе похожу по одним и тем же коридорам и путаюсь постоянно, потому что они все одинаковые. Как он крипово выглядит. Такой. Здравствуйте. Двери-то закрывать надо. Да ладно. Пошли в эту сторону. Здесь по-любому выход. Выход туда, видишь? Ты видишь меня? Нет, ты меня не видишь. Так, чат, мне просто нужно прийти в себя. Окей? Блядь, я не уехал еще. Он шел ко мне. Кайф. На этом этаже мы в безопасности. И на лестницах. А, нет, это не тот этаж. Здесь, так, на первом этаже нужно на складе рядом с лестницами. Так, короче, мы просто сейчас идем. Вообще нам сюда, но здесь нам нужно связаться через устройство с призраком, понимаешь? Это тот этаж, нет. Ну, в смысле, сейчас пока что нам не это нужно. Так, нам нужно ключи. Ключ, во. Да? Нет? А, нет, это на первом этаже. Мы сейчас на минус первом. Шкафчики проверь, они не интерактивны. Так, нам с вами сейчас нужно выйти на ground floor. Через него подняться на второй этаж. Где-то рядом с лестницей находится склад, где мы можем найти вещи. Звучит как план. Чё так крипово? Не знаю, на самом деле, ты знаешь, я должен сказать, что просто стример немного очкует, как бы. То есть здесь не так много страшных моментов. Ну, игра напряженная, но стример такой, вот это. Поэтому, я думаю, ну, слегка крипово воспринимается это все. И все, да. А на самом деле игра не страшная. Здравствуйте. Hello.
Алло. Hello. Нет? Джимми! Оно перемещается. Оно, по-моему, и Джимми замечает. Блять! Сраный Джимми! Откуда ты взялся? Чего ты опять своровал у меня? Скотина так. Все в порядке, чат, все в порядке. Эти предметы у нас все остались. Здесь у нас вроде все осталось. Здесь у нас вроде все осталось. Он опять радио, походу, спер, скотина. Походу, опять радио сп... Так. Какая же ты тварь. Так, где мое радио? Я хз. Заткнись. 106 тут. Блять, он рядом. Он рядом. Заходи. Быстрее. О, боже мой. Давай, давай. Он прямо у моей жопы был. Шаги были прямо сзади. Сто 123-116, сейчас запомним. Сейчас, 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 секунду. Он КХ. Он идет прямо, он прямо здесь. Мне не хочется там Да, я угадаю, рацию спер, да, скотина такая? Как он нас нашел? По запаху? По звукам? Пук-пук-пук-пук-пук. Ладно, где мы? Ладно, хорошо. У нас снова нет рации, скотина. Он опять забрал у нас рацию. Опять, понимаешь? Где-то девочка плачет. ЗБС просто. Где мы? На каком этаже? Ладно, пойдем. 123. Насколько это может быть плохо? Ты не можешь.
унюхать мой запах, потому что иначе ты бы не гонялся за мной. Тихо, тихо, не дыши. Лыцарь, лыцарь. Где ты, лыцарь? Лыцарь. О, нет! Блять! Мне хана. Ну ничего, по крайней мере, я здесь отлечу, походу, сейчас. Я хотел развернуться, но эта игра, это ее управление. На самом деле, глаз чесать в этой игре не стоит. Я хотел налево нажать, он вперед побежал. Как я забыл про это. Давайте посидим, пока он не уйдет, ладно? Ты же не ждал нас все это время, верно? Рыцарь. Рыцарь. Блядь. Где он? Где этот мужик? Я слышу его. Артур, а ты видел новости по Резиденту? Что, возможно, для седьмого Next Gen версию готовят? И что ремейк четвертого ожидается в 2023-м, его начали заново делать. Спасибо тебе большое, Маша, за новости. Что за звуки, блядь? Тупик, тупик, у нас тут тупик. Что это были за крики вообще-то? Это не тут? Это в игре было? Или где это? Нет? Девочка, тихо. Бля, в тупик пришел. Заткнись! Ненавижу тебя. Хана! Блять, на этом этаже у меня нету. Оно сюда подходит. Блять, он свет выключил. Мужик. Алло. Блин, нельзя его потроллить через дверь, типа там. Прикинь, стоит, ждет меня, да? Тук-тук-тук, обслуживание номеров. А ему вот это. Пук-пук-пук, нам не надо. Так, поговорить с ним может. Я думаю, он просто не понимает, почему он не может мою голову своим молотком пробить. Давай, ливай уже. Да-да-да, со скрипом давай. Угу. Да пойди ты вперед. По-моему, рядом со 105-й. Я сейчас 107-й нахожусь. Какой 105-й? Он рядом. Нет, ты не идешь ко мне, ты идешь. Так, чат, нам налево и сразу направо. Я, кажется, понял, куда нам идти. Так, хорошо, пошли. Блин, опять 104-й попал. Господи, как это получилось? Я же. Блять, он прям здесь. Повернись к двери теперь. Ох ты, какой же ты долгий. Так, где нужный ключ?
да, кстати. Да. И что ты будешь делать? Могу здесь что угодно делать, буду в потолок лежать, плевать. Хер ты сюда попадешь, уходи, Джимми. Я не могу посмотреть в глазок, когда он пытается дверь открыть. Лежу, в потолок плюю. Да. Какую комнату нам нужно было? Я уж и забыл. Йо-хо. Где мы? Где я? Он же со спины на меня не сможет напасть, да? А дома никого нету. Я не могу выйти отсюда. Блин, он криповый. Чат, что мне делать? Как мне выбраться к 112 комнате? Я просто хз на самом деле. Он так душит, просто пипец. Ушел? Да, вот так вот медленно вот поворачивайся. Точно, ты не можешь. Нет! Хотел удаваться. Точно слышишь меня, да, такой? Опа, видишь. Сможем с ним связаться и узнать по вот этим рисункам и по прочему. Он прям очень близко. Он все не уходит. Ну, я уже подзадолбался ждать, честно говоря. Игра не страшная. Опять по башке дал, скотина. Да, гадаю. Радио спер, да? Скотина. Я забыл, куда мне. Так вначале на ресепшене стоял маньяк. Ну, Джимми и стоял, да, это же он и есть. Так, и что у нас там? 26% продвигаемся просто невероятно быстро. Все, гайз, увидимся, всем пока. Всем пока.